Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, это стимул больше снимать для вас видео. Как сделать быстрый и сильный приворот в домашних условиях? Я уже выкладывал данный ритуал, но его слили, как говорится, на канале, поэтому мне снова написали, он в ВК только сохранился, и, насколько я помню, в Фейсбуке еще есть, вот. Поищите. Я его переснимаю, быстрый, простой, так сказать, помогает вернуть человека. И много раз уже показывался хорошо. Был придуман мной, ну, такой примитивный, простой, как деревенская магия. Особо ничего сложного тут не надо. Нам понадобится пустая баночка, естественно, без этикетки, вымытая, как говорится, чистая, можете уксусом ее вымыть. Две записочки, красный карандаш или простой карандаш, красные нитки и стакан сахара. Вот, или меда. Что мы делаем? Мы пишем, показываем, в любой луну, в любой день нам нужно знать пару. Это хоть к однополой отношения, хоть простым. То есть, допустим, имя пишем здесь, да, на одной бумажке и на второй имя. Вот, мы написали имена, допустим, вы и он, да, можете четкие данные описать, как выглядит. И лицевыми сторонами мы складываем, да, вот, потом берем, складываем бумажку, естественно, и обматываем красной ниткой. Допустим, такое количество я показываю, не делаю. Вот. Вы можете это делать тоже, в принципе. То есть вы обматываете нитками и четко представляете, просите силы, так сказать, свести вас, восстановить ваши отношения и так далее. Потом отрываем, завязываем узелок, допустим, здесь. Вот. Ложим на дно баночки. Засыпаем все это сахаром, закрываем, как говорится, и убираем, прячем где-нибудь дома. Вот. Сахаром засыпали полностью, до краев полностью нужно засыпать. Вот. И храним где-нибудь дома. Где-то в течение недели человек объявится, то есть проявит себя, начнет позитивно общаться с вами и так далее. Это может также подействовать на любые отношения. Такой простой метод, как говорится, быстродейственный. Всем удачи, успех! С вами был Александр Пичуев. Ставьте лайк, комментируйте и постите. Удачи!